Смаши, брат, снимай, моя хорошая. Друзья, всем привет, с вами Детский Клип Иван. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзья. По подворотням ходит. Да что по подворотням? Где-то сзади рынка. Короче, он там, мне чайки с привоза донесли, что Ваня на рыбалке. Ваня, здорово. Привет. И что, ты поймал мне карася? Да. Ё-моё, на что клюет сегодня? Обалдеть. Олещ какой. Ого. Да что ты угокаешь? Да ты это посмотри. Разве карась? Это какой-то карп. Это монстры? Ё-моё. Можно я потрогаю одного? Нет, я же тебя попросила в машине. Не копошись. Вон Ваня пусть потрогает. Тогда хоть одного потрогать. А ты не трогай, Ваня пусть тебя покажет. Не, хороший настоящий. Сколько там? Он любит поднять плавничок вот так наверх. Кило, кило 200, нормалек. Заворачивай. Сколько там ты накалидовал? Эх ты. И тут хорошие, и там сладенькие. А почем хоть карась, расскажи людям? 70. 70 гривен ты что можешь жить? А карапчук почем? 90. 90, толстолобик. 70. Чтоб ты был здоров. Олеж, бесплатно получается? 70 гривен. Тоже 70 гривен. Давай, я держу кулек, ты накидываешь, да? Слушай, а вот щучка на заливное. Щучка тоже есть. Ой, боже мой, колбаска. Без икры? Ты что? Ты сказал, ну, что там такая, есть. Ну не лезь туда да руками. Да что ты как-то... Фу, ты знаешь, когда... Попробуешь раз, потом не забудешь. Давай всовывай, сколько влезет. Катя, иди посмотри сюда, оставь ты в покое таких карасей. Ё-моё, шедевр какой-то. Слышь, что это, камышовые такие, темненькие. Прямо золото, это не золото. Да не лезь, не лезь туда. Фу, что бы сейчас... тебе делала, елки-палки, если бы я в карася не лез? Ну, надо еще, вот еще вот так надо бы и ходила бы в девочках еще. Да, давай, давай во второй пакет. Этот хватит. А вот богатырь какой, елки этой смотри, палки. У него так и чешется туда залезть. Да я бы и почистил, тут бы и пожарил бы, у меня аж аппетит пришел. Короче, друзья, мы такие на базаре, сзади южного рынка. Там барахолка есть шикарная. Что я хотел сказать и сразу дико извиниться. Но не переживайте, еще никто не пробовал. Да, и мы на видео с Ациви не попробовали. И оператор вчера хотела, когда Марат уехал. Я говорю, ты угомонись. Макарон отварил и говорит, макарона. Все, гуляй. И да, и спать пошли, хватит, короче. С Ациви стоит, замерзла, даже не замерзла, застыла. Это ореховый соус. И елки-палки. И мы продолжаем эту тематику грузинской, великолепной, замечательной. Вкуснейшей кухни. Бахнем харчо. Ага. Тетя Милочка Марату позвонила и рассказала ему. Это не просто харчо, это не то, что там вот суп хлебать, понимаешь? Это именно такая каша, рецепт я уже знаю, ингредиенты у меня в голове. Сейчас быстренько метнемся на базарчик и что-то таки докупим. Дайте еще один пакетик, пожалуйста. Да, еще два, и туда, и сюда. Ага. У нас... 950, 13. Нормально, по секрету хорошо. И нам еще два. Я открываю багажник, ты что? Что ты там спряталась? Я понял, ее не показывай. Я говорю, передай всем привет. Ушла, это Ванина. Ага. Пожелала бы всем родственникам под Новый год чистого, крепкого здоровья. Ладно, я за тебя сделаю. Короче, ребята, ее родственники, чтобы они были здоровы. Да. Ваня, и твои не болели. Вы же одна большая семья. Давай, держу. Спасибо. Да-д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 а-
сегодня есть. Карась, и это сейчас тоже давай засунем. А мой нахаленный смех всегда имел успех. И моя юность раскололась, как орех. Опля. Я помогу. Все, бери, гайгуй. Сколько на тебя денег должна? Катюня, это уже со скидкой. Даю. Давай. А машину к Новому году помоем, Сереж? Обязательно. Не обещаю. Если Ваня помоет, то я только за елки-палки. Ты что, нам же некогда, мы все время что-то снимаем, потом монтируем, потом снимаем, потом опять покупаем. Ты думаешь, да? Ну, да. Это резина японская, мягкая, без усиков, елки-палки. Все, я поехала. Куда? Машину. Резину делать? Да. А денег дала ему? Даю. А как ты даешь? Ну сяду и буду из давать. Из машины? Ну да. А это не культурно, иди дай нормально. Хорошо. Иди. Держи фильмоскоп. А что у тебя случилось? Ты что, замерзла? Да, немножко. Я тебе хотел же на барахолку вывести. А, серьезно? Ребята, прямой эфир. Снимай себя в лицо. Губы замерзли или потрескались? Шо-шо? Ох ты там нормально. Ты что, разменяла? Или ты с утра в маршрутке прокатилась? Да. Давай, бабки. А что ты так дала, что мне даже стыдно сдачу ждать? Елки-палки. Ты посмотри, ты понял? О, приятного аппетита. Все, тебе спасибо. С наступающим. Будет такой, звони сюда, я трубку беру. Слушай, а леща жареного? А леща? Он же сладкий. Ты что, щуку потрогал? А икра вот эта почем, незабываемая? Икра 300, для вас 250 сегодня. 300-250, елки-палки. Берешь икру, голова в подарок. Все, погнали на киевский. Спасибо. Да. Спасибо, Ванечка. Чао, какао. А?
Я же закрыл машину, она хотела. Спасибо, пока. О, бля, елочку. Все, Новый год. К нам мчится, скоро все случится. Ура. Так, аккуратненько. Не, ну тут такая барахолка, она вроде бы и маленькая. А часа два здесь можно поталапаться аж бегом. Ты посмотри, только здесь на углу. А вот смотри, подсвечник стоит. Чего не такой, как хочешь? У нас с тобой. Да это кальян. А, кальян. Так а что, ты всунь туда свечу и все, вот тебе подсвечник. Не, они собираются уже, она на самом деле вот туда растягивается, ну, и очень даже тоже. Ничего. Ты видел, который час? Сколько? Выбрали. Мама дорогая, елки-палки. Мясо хоть будет на харчо? Будет, Сереж, тебе найдут. Ладно, хорошо. Немного, сделаем такое вкусное, но Марат говорит, это бесподобное. Вы никогда ничего подобного вообще. Ну, спасибо нам, у вас таки будет. Хоть бы в гости кого-то позвать, еще готовите, готовите и никак. Не покушаете с кем-нибудь. А что ты меня, зачем ты меня стыдишь? А? Хочешь, всю правду расскажу? Ага. А не я ли тебе говорю, давай друзей позовем на выходные, а ты мне что? Что? А я еще елку не нарядила туда-сюда. Да, суета у всех сует. Да, ладно, не. Да не переживай, ты все равно ничего не остается. Ну, как же мне хочется попробовать сациви. Боже мой, я его открывал сегодня два раза. Ну, это надо иметь вот еще такие даже не лизнул? Стальные яйца и крепкие нервы, как у меня. Ох, ну, яйца просто, у тебя, конечно, блин. Да. Еще, ты успокойся, еще. Успокойся. Еще те яйца. Ты успокойся, я сказал. Просто я захотел попробовать. Ну, без Маратика. Чугунные? Без Маратика я туда не ногой. Так и хочется. Мы завтра начнем с этого видео, правильно? Угу. Ты что? Должны были сегодня с этого начать. Немножко запоздали, потому что надо было срочно ехать. Ну ничего, у нас по-другому не бывает. Так, ну я могу пока отключиться? Нам так, еще две елочки надо взять. Давай. На подарок. Показывать людям приведу не будем. Тебя в подарок. Кого? Елочки. Ты, Катя, ты меня этими елками уже все, пожалуйста. Я думаю, что я аудитория. Если ты, как это, начнут люди отписываться, ребята, я вас понимаю, отписывайтесь на его в баню. Она, я сам от нее отпишусь. Еще пару раз она мне про эти елки заявит. Уже одна есть, одну я уже расчленил. Но как красиво получилось. Будем дома. Хотите посмотреть, напишите. Мы завтра покажем, елки-палки. А что писать про? А ты думаешь, я сегодня елку наряжу? Нет, вот то, что мы сделали с той расчлененной елкой. Поняла? Mm-hmm. Ты что, я вот как сейчас подумаю, ребята, я снимаю шляпу, вот сейчас до меня дошло, что мы едем вдвоем в машине, а на самом деле нас так 1050 со старту, что вы были здоровы, тебе надо смотреть по сторонам. Я вас всех люблю, хорошо, это ж сколько людей сейчас едет и смотрит, оно вам надо, да, оно вам таки надо. Аккуратненько, елки-палки, я с тобой даже так не что, потянулся. Может, вы еще разок хотите прогуляться по елкам со мной? Нет. Нет. Больше не позволит. Я, извините, от лица всех 50 или там 100 тысяч, как пойдет видос, заявляю, елок нет. Не, мы хотим сделать Алиночке по секрету, Маршал, подарок завести. И еще один мне надо подарочек. Ну еще, ну это сделаем уже без видео. Идем быстренько, зайдем, возьмем там что, мяско. Хорошо. Надо. Марат там написал. Елочки, я к вам еду. Ой. У тебя заказ уже пришел, бонд такси только что заказали. Давай. Карася, по-любому. Угу. Вот по-любому, веришь? Отвечаю. Век на лодке не кататься. Ты что, прознали люди, что карась свежий заехал? Не, а большие молодцы, что заказывают себе, даже выходить никуда не надо. Бым-бым-бым, в бонд зашел, нашел наш ресторан, меню удобное, клац-клац-клац, порцию ухи, лепешку, липованские помидоры, что там, карася, а и на сдаче еще лягушачьи лапки. Все, зови гостей, готовить не надо. Все, примчались. Угу. Слышь, из ингредиентов давай я зачитаю, короче. Будем готовить из 2 килограмма мяса, да. Чем чище, тем лучше. Марат сказал 1,5, ты уже прибавил 0,5 кило. Я с ним еще 2 раза говорил, я его переубедил, 2. Так, а орех обязательно, 0,5 килограмма, это немного. Томатная паста хорошая, хмели, харчо, специи, меритинский шафран, то, что тертый, тоже специи, кукурузная мука. Все, ребята, казан и газовая горелка вам надо. Так вон, нам тут и снимать нечего, могли бы елочки снять. Кать, вот я всегда детей учу. Ну, шутка должна быть шутка, елки-палки. Ну, что ты, это уже заезженный. А как этот... по мне, вот, Сережка, вот ты знаешь... Что, так что, думаешь, ну, про елки можно шутить до мая месяца? Ну, да я успокойся бы ты. Вот часами бы ходила. В этом же и есть праздник, понимаешь? Давай я тебе лучше... Самое главное, получать удовольствие от процесса, давай, а не я тебе самого... лучше песню спою, чтобы ты... Давай, вот давай. Я поняла, что мне пора замолчать. Мне девки ноги целовали, как шаленые.
Одной вдове помог пропить я отчий дома мой нахаленный смех. Всегда имел успех, и моя юность раскололась, как орех. Все. А мой нахаленный смех. Здрасте. Всегда имел успех. И моя юность раскололась, как орех. Так что, может, такую или не наборную? Да нет. Чего ты? Да нет. Я его связала из того, что было. А что? Очень даже ничего такие. Нет. Хорошие. Катенька, ага. Вот хочу тебе сделать замечание. Давай. Как ты думаешь, сейчас шуршит у наших телезрителей в ушах? А ну стой, здрасте. Бог помощь. У тебя микрофон трется об твою вот эту вот, не уздечку, как это, шлейф этот. Ты мне свитер не опускай, мне дуть будет. Ну сделай так, чтобы он торчал у тебя независимо, елки-палки. Присунет его, блин, и присунет. И шо? Почем такая маленькая радость? 50, уйти там 200, 170, 150. Ты шо, и шишки в подарок, Катюнь? Ты понимаешь? Так можно всем нашим подписчикам взять по такой елке. Спасибо огромное. Спасибо. С наступающим. Обовязково. О, а калач ты, ба? Смотри, ручная работа. Ой, какая горнюня. Слышишь? А с такой елкой никто не заходил? А маме ты что-то подарила? Ну, взяла пару веточек. Ну, от надеюсь, одной из наших елок. Ну, не совсем. Чуть лучше? Елки ты палки. Так, все, пошли, а то сейчас на самом деле ни мяса не будет, ничего. А, идем сразу, раз у нас и блюда грузинские, короче. Шотти возьмем. У настоящих грузин. А лук, смотри, какой шикарный. Где? Ой, кстати, надо. И лучок. Что еще? Катя, не меня, не елки, продукты. Ты же на базаре, ешкин ты кот. Такое ощущение, что ты в парикмахерской. Идем. Сходим, возьмем кукурузная манка, мука манка. А тебе нужна кукурузная крупа? Кукурузная мука, да, да, 23. Да, именно мука надо, вот такая беленькая, светленькая. Думал, с грузин начать, начну с вас. Здравствуйте. А дайте мне, пожалуйста, там уже полкило. А что вы с этой мукой будете делать? Это туда в харчо добавляется. Серега, ты что, наторговал уже и деньги тратишь вырученные? Здорово. Или это тоже ваша точка с колбасой и овощами? А, я понял. Так. Так, подожди, я тогда уже, раз мы здесь стали, возьму килограммчик гречки. Пожалуйста. О, 2 килограмма пшена. Нам нужно... Не, у нас есть кулечек. Да. Вот тот, что можно покрепче. Или этот нормальный. Да, Килийского риса нам нужно взять. По 2 килограмма в 2 кулечка. Сережа, что ты расстроился? Я думаю, ты что, курей завела или что? Зачем тебе столько? Ну, у нас рис дома закончился. Да. А вот это я то, что надиктовала, маме завезу. Ой. Обязательно, конечно. Ну, если вы не закроете, потому что мы ходим медленно. Слышишь, ты хоть полезнее говори маме уже. Люди на базаре встречают и смеются, говорят, каких размеров у вас мама, что она у вас так ест. Ребята, мы просто редко на базар появляемся. Да, да. Шутка, не? Ты смеяться сейчас должна. Я как это? Не, не должна. Решила промолчать? Балованная. Я то остановить не могу, то заставить не получается. Пшена 2 килограмма. А я захотел супа чечевичного. Боже мой, а это еще вкуснее. Да, это да, Маш, мы готовили. Да он и тот вкусный. А вон овес, неочищенный как раз. Ты на что намекаешь? Взять тебе весь мешочек? Хватит до Нового года? Хватит, Сереженька, хватит. А ну еще разочек. Хватит. Так, может, 2 кулечка надо, или как, я не знаю. Или да, нам надо 2 кулечка. Да, и килийского риса 2 по 2, пожалуйста. Хорошо. Самый укусный. А вон томатная хорошо. Паста, смотри сразу же. Подходит тебе такая? Да я... Что? Томатная паста. Это же хорошая, правильно? Да, это бабушкина грядка, это все, очень хорошая. Все, обязательно, давай. Видишь, какая глаза. Катенька, стоит. Ты такая глаза, что нам уже почти на базар идти не надо. А поговорить, прогуляться? Ну, разве что только этот... А людям же хочется посмотреть. Многие, я сам уже соскучился. До конца базара дойти не могу. Так вот с тобой поговоришь, все, и уже на выход.
и руки уже оттягиваются. Все. Ух ты моя. Елисейке на свадьбу подарю. Почему? А кому? А как раньше было, да, модно? Да, модно. Оно и модно, оно и видно, елки-палки. Так еще и удобно. Что мы готовить собрались, да. Харчо пусть знает во всей Одессе, да. Так. Я вообще-то, судя по Марата списку, думал, что вот так вот на одной руке зайдем, вот так вот с пакетиком выйду и все. Я же не знал, что ты конкретно собралась Но на базар. Подошли. Я бы взял тачку. А-а-а. Мне еще карася пердолить. Что ты, на хребте, что ли, на своем пердолить будешь? Ну, до ресторана же, да. А то я и туда, и сюда хочу, да, мне тут. Давайте вот так вот всовывайте. О, шедевр. Рахуй-то. Все. 381. Все? А что тут рахувать? Ты что, понабирали полмагазина и все на 300 гривен? Ну, ты что? На 380, Сергей. Так, а цены какие приятные. Да то не бери. О, слава богу, сдача нарисовалась. Та цены вообще шикардос, где такое видно? 20, 26, 13, ёжик, Катя, 13, что? Манка 22, ты шо, арнаутка средняя 24, овсянка плющенная 33. И овёс по 32. Спасибо огромное. Спасибо. Да, овёс. А я прятать не буду, пойдем на лепешку потратим. А мой нахаленный смех. Здравствуйте. Добрый день, доброе утро. О, а где ваша мама? Вы сегодня сами? Да, привет, принцесса. Правильно, все, ей всего самого наилучшего. А что, шоти есть у вас? Шоти нет. А, блин. Ладно, у меня сейчас еще есть Георгий, что ты не переживай. Он там до вечера сидит, лепешки печет, тандыри. Так что найдем, все хорошо. Что еще? А, мы вчера сациви готовили, а завтра будем харчо готовить. Ой. А джику дать вам еще? А джика есть, все нормально. Кемали соус. Кемали? Тоже есть, слава богу. Не, вы мне дайте у вас что-то, да что-то вкусненькое. Давайте, о, хачапури, может, давай. Я делаю сама. Сами? Хороший, да. Ух, какой теплый, да, обалдеть. Да. Вы большая молодец. Да ты что? Катюня, да. Давай купим маме еще такой. Давай, врачи, конечно. Да? Давайте нам по-братски будем сейчас тратить все. Не, я сейчас я чай заварю, как начну пробовать, что меня потом вряд ли остановишь уже. Так, это сюда. Хачапури тоже давайте. У меня деньги есть, аж 110 гривен. Если что, Катя добавит. Вы уже под вечер пришли, поэтому... Ну, так мы собирались пораньше, а получилось, как обычно. О, нифига навалило тут. Так, что, а почем калачи? Одним калачом я угощаю. Огромное спасибо. 150 гривен, вот это все. Так, 150 вам прямо аж без сдачи. Все. Спасибо, все. Спасибо и вам огромное. До скорой встречи. Маме огромный привет. Спасибо. Все. Спасибо. Все. И всем грузинам огромный привет. Ребята, ты что, второе видео подряд. И все за Грузию. Так. А специи у тебя все есть или тебе нужно? А мы зайдем. Не, там есть Что-то, что надо купить, да? Харчо. Как это шоу, хмели, блин, харчо? Ну вот есть, Марат сказал, что есть специальная специя, уже сбалансированная. Я бы взял это хмели сунели, добавил туда сунели, помазал все это сванской солью. Вот тебе и на харчо готово уже. А джики чуть-чуть грузинское добавить. Не хихика это, да? О, здрасте. Все, Наташа на базе, тишина и покой. А где люди, елки-палки? Эх ты, шо? А, утром, сегодня же уже вечер, я понял, извините. Что, мы до Жеки Гагадина. Женечка, здорово. Ёшки, все нормально, вон там все что? Есть, здравствуйте. Нифига, у тебя что, не заканчивается? Сережа, нет, я представляю, что у тебя утром происходит. Ты что, если думаешь, у тебя уже в конце рабочего ты дня. Ты один такой, который вот такой, так вот 4 часа дня приходишь? Сережа, вот такой вот прилавок. Чтобы все было и всегда. Чтобы все было и всегда. Да. Хорошо, мне надо 2 килограмма чего-то светленького. Ну, в смысле, чтобы я меньше зачищал. Харчо буду готовить. Все, Сережа, понял. Буде вот сколько там? А ну. Кило 800. О, вот как Марат хотел. Он хотел 1,5, я хотел 2. Ты сделал по-братски, да. Это сек очень мягко. А ну дай хоть показать людям, поверти, елки-палки. Ты посмотри, ребята. Почем? Боже мой. Почем она говорит? 280 гривен. Мама дорогая. Поднялась чуть-чуть. Что здесь стоит говядина? Да не только говядина, все поднялось. Новый год ползет, ешкин ты. А язык в какую цену?
Вот, а за это не спрашивай. Можно не отвечу? Нет, я думаю, сразу однокомнатную приносишь, чтобы язык этот заполучить. И что, есть маленький язычок? Майонез дешевле. А что ты хочешь? Такой, как у меня. Маленький, елки-палки. Ты что? Да твой язык больше, чем у меня размер ноги, елки-палки. Маленький. О, и маленький у него есть. Он классный. Хороший? Да. Это для мамы. Все. А. Сережиной только... Хорошо. Подгон отлипована. Ладно, а что ж ты маме побольше-то не взяла? Взяла бы тот пятнистый. Спасибо. Ты думаешь, такого не хватит? Сладкого не ем, все, завязываю. Да не, ну хватит, хватит. Да хватит. Я тоже так думаю, что хватит. Смотри, какой беленький. Да, ты что, великолепный. Да? Елки ты палки. Зачем? Так, 52. Ну, давай на угодную скидку для мамы по 400. Ох, спасибо. Вот это приятно с тобой иметь дело. Ты что? Обалдеть. А был сколько? Хочешь хачапури откусить бесплатно? А был сколько? Блин. Был почем? 450, вам по 400 для мамы. Новогодний. Ты понял? Ты цены спрашиваешь, а у тебя как у меня в школе. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Я слышала, почем сейчас. Хотела спросить, до вот этого повышения цен. А-а-а, какая была цена? 300, 350, 400, 450. Все. И мы взяли по средней цене. Все в порядке. Прекрасно. Я настоящая хозяйка, Сережа. Мы просто знаем, куда идти. Так, сколько? Ровно 1000. Так, сейчас я тут буду паковаться. Не-не, у меня же есть авоська жирная. Сейчас мне надо просто тут порядок навести с калачами. Вот это калачи ручной работы. А ты шо? Все будет, а ты шо? Катенька, поставь на паузу, помоги мне здесь этот... Давай, Жека, ты помоги. А я пока поработаю. Что тебе, у тебя сетка? Да ты шо, авоська настоящая. А ты хочешь? Ты шо, ты мне еще... Сложи то, что для мамы, в отдельный пакетик. То, что для нас, в отдельный пакетик. А? Сереженька. Кто? Авоська? Да, а, сетка? Сетка, кулек. Да даже если порвется, оно же не высыпется. Оно же в авоське. А, да. Суй сюда мясо. Все будет нормально. Блин, давай тебе дам кулек. Не надо, не переживай, все нормально. Но если увидишь, что там за мной голуби бегают, то знаешь, что... Я буду знать, куда что-то будет. Вот, так и найдешь, как маленького мука этого. Или кто там рассыпался. Так, все, ура. Набрал? Лучшая, единственная. Спасибо. В Одессе. Да. Шо, идем так быстренько и погнали. Сними, Наташа. Сними, как Наташа яйцами торгует. Елки-палки. Наташа. А где? А что, ты сало спрятала? Маме еще пасту остался, да. Тоже, а? Опять домашненькая? А что, цены на сало подрастили под Новый год или нет? Так ты шо. Вот стабильная валюта, да? Без разницы, что за праздники всегда 200 гривен. Фу, Катя, я же испугался, ты шо. Посмотрел фильмоскоп, думаю. Я думал, что ты трусы забыла одеть, елки-палки. Сереж, ну ты совсем уже дурень какой-то. А может тебе надо, Катя? Яйца? Да. Тебе не надо? Домашние. Там у меня полный порядок. А почем яйца? 80 гривен. 80 гривен. Нашу ему. Ты что? Хорошо. А молодая говядина вот эта? Антрикот, корешка. Да. 320. Шикардос, шикардос. Все, крепкого здоровья. Пока-пока. Здрасте. А у вас даже спрашивать не будем, все красиво, да? Или что, а почем свининка? Свининочка, шалагачи такие 230, растрез 200 гривен. Спасибо. 200 гривен. Да. Вот ой, вкуснятина. Чисто домашняя. Ага. А видно, она ж плывет по-другому, когда в ручки берешь, она ж такое, что... Что как будто бы еще свинка бегает. Да, да. Сальце вот такое тоже 200? Да, це 200, таке 150. Ага. Ты что, копыта на холодец. Ребята, всем бегом готовить холодец. Все, спасибо огромное. Пошли. Идем. О, Катюня. А что, сегодня пятница? Здрасте. Нет, сегодня суббота. Уже суббота как пролетела. А ты вчера была, творог взяла? Нет? Не, я у нас еще мы не съели. Что, ты будешь фотографироваться или спросишь, почем кролик? А где кролик? Ох, я испугался, подумал, что за кролик, мутант такой. Голова от индюка сразу растет. Сколько? Ох, я бы его потрогал. Почем он? 230? 230. Мы уже, извините, гречки набрали, елки-палки. Но ничего. По 230 вернемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что нам ничего не надо, потому нет, что сегодня не пятница. Нет, сегодня еще не доели, представляете? Мы просто на поздороваться, да? Да. Мы же готовим. Мы еще и сациви приготовили. О, а, не, у меня есть грузинская аджика. Увидел, сразу подумал, что надо. Не, у меня есть.
Все, полный порядок. Может, сулугуни взять? Зачем? Так я тебе сделаю лаваш сулугуни. Не хочешь, не надо, все, извините ее. Вот такая балована. Спасибо большое. Все. Вот и сиди голодная, да. До свиданечка. Слышь, а я даже не знаю. Мне нужно спросить у ребят, они в понедельник работают? Я, конечно, знаю, что они работают, но вот на всякий случай. Ну, крикни отсюда. А что ж ты у Сереги не спросила, мы же его встретили? Ну, я знала, что мы подойдем. Просто спроси. Ага. Андрюха, а вы в понедельник работаете? В понедельник работаете? Правильно. Они 31-го, 32-го работают, ты что, вообще? Здрасте. Без остановки. О, и ты там тоже, здорово. А я как не приду, тебя нет, думал, тебя все уже на пенсию отправили. Или не, на Руси, курорт. Ты незаменимый, здоровенький был, да. Катенька, нам что-то надо? Нет. Я завтра приду, или Вася в понедельник. Все, спасибо. Все. Вот да, так вот и живем. До встречи. Здрасте, 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 здрасте. Здравствуйте. Что? Как, все хорошие люди здесь? А я вас умоляю, что вы, как это, все нормально. Что вы будете брать? А маленькие, маленькая, все у бабушки, она же уже такая, что уже сама к бабушке просится, да. Это или у нас бабушка такая золотая, наверное, второе. Не, уже ей это остается пару часиков, дает нам погулять по базару. Ой, заходите почаще на YouTube, да, мы там регулярно, так что. Вчера сациви готовили, завтра харчо будем готовить, сегодня карася купили. Да и такое маме что-то по чуть-чуть набрали, да, чтобы ей на Новый год было, что крупы наварить себе. На Новый год. На Новый год. Все, с наступающим. До свидания. До свидания. Так надо, уже пора. Хорошего дня. Спасибо. Похудели, почему? А что там, специи закрыты? А? Специи закрыты? Как, ну, если что, Марат возьмет на привозе завтра. Да? Да. Не, может, за ролету подергать, может, приоткрыто. Зайдем, отсыпем, денег оставим. О, Катюшка. Ты можешь пойти оставить? Да, да, ты моя хорошая, все. Видишь, как я о тебе забочусь. Да я сам за себя вспомнил. А я думала, что сейчас мы не пойдем. Сейчас пойду в машину. Еще погуляем, да? А, в принципе, мы все взяли. Ну, пошли вон с курицами. Пойдем, ребята, нам ничего не надо, мы просто тупо идем. Скажи мне, ты пойди оставь, достань. Нет, хорошо. Ты же сказала, что там лучшая томатная паста. А ты ее взяла? Вообще-то это ты должен был взять ее. Хорошо, а ну-ка, стой. Здрасте. А есть томатная паста у вас, бабушка, не на грядка? Нет. Тю, придется возвращаться. Эх ты, Сережа. Эх, я. Ну, здесь есть какая-то другая, Светлая долина. Не-не, давай то, что ты сказала. Здравствуйте, Коля, здравствуйте, ребята. Здоровенькие былые природники. Что, холодно? А да нормально, что ты как этот. Видно, да? Да, по щекам. Главное, чтобы не по поносу этот. Скажи мне, а что, где остальные, уже на новом рынке торгуют? Да. А вы именно сами, да? Да. А, ты что, скучаешь, наверное, за ним? Да. Саня, ты посмотри, он без тебя мерзнет, елки-палки. У него по выражению глаз видно, что он скучает. О, орехи надо, только в другом месте, я понял. Так, что еще? Блин. Ну не скучайте. Да. Там торговля идет, все нормально? Потихоньку. Да, распробуют люди? Да. Ребята, если вы на новом рынке, он, Саню, помните из наших видео? О, вот тебе и специя вернулась, хозяйка. Все, так что забирайте к ним. Спасибо. До скорых. Здрасте, а я подумал, где вы? А потом понял, что вот вы где. Здравствуйте. О, как тепленько у вас. Нет, как пахнет здесь, елки-палки. Я аж забыл, что мне надо. Сейчас буду вспоминать. Скажите, а у вас есть хмели-харчо уже? Да, хмели-сунели есть. Нет, хмели есть у меня, и сунели есть, а именно на харчо. Вот, написано здесь. Для харчо. Для шашлыка, для птицы, для псицы. Харчо. А, о, шикардос. Вот такую вот. Шафран да. Американский есть, который? Есть. А который меленький? Это куркума. Зачем она нужна? А. Вот, все. Шафран. Марат, а у меня есть такой? Ладно, я возьму и здесь, все будет нормально. Так мы его руками потрем, если что, там... Да, да. А, и ступка есть, все будет нормально. Да. Заворачивайте. Что еще на харчо надо? Ткемали есть? Ткемали есть. Для харчо. Ткемали есть для харчо. Зеленый или красный? И зеленый, и красный. У меня этого ткемали ага. Скоро сам думаю открывать. А чего ты мне никогда не даешь? Кого? Ткемали. Это такая штучка вкусненькая. Очень, никогда не угостит. Давайте это. Нет, вы мне просто специи, а я с тобой за такие маленькие поговорю, да. Ты посмотри, что ты меня... Что здесь твоя
сварится. Да. На зажарку вот такую аджику, дай живую. Она острая, красная. Аджика у меня есть. Белая крышечка не острая, красная крышечка. Давайте с белой крышечкой. Давайте. Не острую, да-да. У меня есть чем заострить. В принципе, у меня и аджика есть грузинская, есть все нормально. Так, в принципе, все. Пойдем за ткемали поговорим? Да. Не, за ткемали мы поговорим, надо мне эту не забыть забрать. Пойти взять. Томат пасту, вот, поняла? Так, томат есть, да? Да, все, все порядок, вот то, что надо, то и есть. 50, 130, все вместе. Даю, давай, прямо вам. Так, без держите. Дачи, 100, да? Да, да, сейчас будет без дачи, я там, о, думаю, налохмачу сейчас, да? Тут все нормально. Спасибо. Опача, и сразу вам 10 гривен. Все, благодарим вас. Уже сразу, уже полностью готовы. Ребята, ты что? А я все время смотрю вот на те таблички. А оказывается, вы уже здесь золотыми ручками постарались. И для людей уже сделали. Бастурма, для сациви, сало, телятина, баранина, лагма. Курица, гриль. Шо? Делаете картошку? А что ж не делаем? А где вы сказали для котлет? Вот вот. Да ну в котлет надо просто петь. Опа, не, а я думаю, может сами не знаю, где для котлет. Сказали, а я же не вижу. Не, для котлет тоже есть. А я хотел тебе сделать котлет. Я люблю просто перец. Да. Черный. И соль. Вот так, классическая. Классическая, да. Просто перец, да. Просто перец, все. Так меня еще не обзывали сегодня. Пошли, перец. Просто перец. Да, где Света? Все, спасибо огромное. Спасибо, до свидания. До свидания. Что, давай я быстренько в машину. Или как, или так. Не, я все-таки в машину. Ты можешь мне подсказать? Да, конечно, в машину, Сережа, конечно, в машину. Все. Блин, такие качки, а? Чё? Качка — это утка, если ты не знала. Все, я сейчас приду. Шо, оператор? Здрасте. Какая вы красивая в бандане, ёлки-ты-палки. Прямо ай-яй, с удовольствием. Шмаляйте. Дай посмотри, дайте оператору, он сейчас быстренько приведет его в порядок. А, он на резиночках еще? Это чтобы экран не выпал? А, я понял, секрет, тихо. Не пали контору, все. А ну-ка, нажимайте. О, селфи. Джингл белл, джингл белл, джингл белл. Короче, вас с наступающим Новым годом. Все. О, ридненьки, здоровенькие были. С наступающим. Спасибо. Все нормально. Конфеты люди шуршат потихонечку, да? Вот да, приятный идем, звук. Идем. Куда? По секрету. Катя, все, я ушел. Скажи мне, в Грузии чачу пьют, а что пьют в Армении? Какой напиток? Коньяк? А, конечно же, коньяк. Елки-палки. Да, да. Коньяк. Аррарат. Для мамы надо пить. Да ты что? Да, так мы для мамы кукурузы набрали уже. Здрасте. Здрасте. С наступающим. Здравствуйте. Так тут все для мамы. Здрасте. Ох ты, шо ты, шо. Спасибо, возьмите, дорогой. Вот такую? Да. Вот я тебе сейчас, знаешь, что сделаю? Вот сразу пойду в машину, потому что если пойду на базар, я раздам. Ты знаешь, маме не достанется. Все нормально, я все равно всем мамам раздаю. Роза кулячек, дай. Катенька, давай что-то возьмем. Подожди, мы что-то такое ты давала, оно такое вкусное было. Я ж... Печенье. Вот целую зерновой. Коробку сейчас. Нет, зерновое это мы ели. Зерновой тоже вкусный. Да, там есть. Как оно пахнет. Да, и вот такой вот тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Все, и это вот давай. Что еще обычно под Новый год? Детям под елку. Засовывают. Сейчас деньги засовывают. А, сейчас деньги засовывают? Да нет, у нас нормальные деньги. Ой, у нас нормальные деньги, у нас нормальные дети. Да я сейчас сразу в машину занесу, все будет нормально. Так, что почем? Я просто хочу еще, может рогалика взять. Сладкое что-то? Да, да. Возьми, Андрей. А вот. А у тех рогаликов дайте, пожалуйста, пару килограмм, вот те вот вкусные. Не, вот те крайние. А что, вот абрикос, малина. А тоже с чем? Сгущенка. О, отлично. Мои любимые, конечно. Ты что? А там есть коробка вот эта, наверное, там 3 килограмма. Посмотри, Андо. Давай 3. Давайте 3. Я согласен на любой хипиш, конечно. Сейчас. Ты не объешься? Кать. Да я раздам сейчас половину, елки-палки. Все. Главное, чтобы мне на томат пасту осталось. Ну ты ж, рядом, да, Сережа, всегда выручишь. Не волнуйся. Не волнуйся. Хорошо. Тебе нет повода волноваться. Ай, когда Андо рядом, я не волнуюсь. Все.
Ого! Да ты что, это же сырнишка, Катя. Да я же недаром 8 килограмм потратил, елки-палки. Мне же их надо где-то брать. Вернуть надо. Вот да, это, вот. О, с ириской. Кулечек, да? Или тебе помочь? Не, я сейчас в машину зайду одной рукой, все нормально. Не надо кулечек, тут же удобно. Все порядок, оставьте себе, он пригодится. Сколько денег, пану Петрохуй? Вот это же, правильно? Да ничего не надо. Да нет, ты что? А ну дай еще 500 гривен, так я сразу дам, не глядя, 1000, чтобы... Чтоб по-нормальному. Я же даже не знаю. Что? Хорошо, Ниня, скажи мне. Я, ладно, стой. Вот хватит? Все. Хорошо, а то мы же заходим. А, слава богу, у тебя хоть цены написаны. А то люди даже не знают. Сразу на тебе и побежал, короче, елки-палки. Все. Все, цена есть, так что все порядочек. Давай, где брать? Вот это, да? И вот это. Все. Ты что, шо к Деду Морозу зашел, родненький? Ты что? Недаром пишут король конфет. Все, ребята, до свиданечка. Спасибо. Вот это я набрал. Ты опять пойдешь в машину? Ну да. Цю. Не, нормально, я схожу. И... Не надо, спасибо. Да. Катюша, идем там возьмем. Слушай, давай, чтобы долго людям голову не морочить. Все равно вам еще там оливье рубать, елки-палки. Время надо свободно, чтобы я вам не отвлекал. Идем возьмем томат-пасту. Назад вернемся? И на выход. А елку мне еще надо. С Новым годом, наступающим. Спасибо и вас. Сереженька, мне еще потише елку надо выбрать для Алиночки. Да возьмем. Ты уже установил елку дома? Нет, еще. Ждешь, что за 31-го? Не успел. А елку купил? Нет. Не знаю, какую купить. Посмотри у нас на видео. Выбирай любую там. Там такие еще, я даже не знаю уже, какие хочешь. Сразу украшать и все. Вот, там родненький мы одну купили, я ей поставил, она 2 дня ходила возле нее, там кололась, короче, кувыркалась, говорит, разбирай ее. Так я ее разобрал на ветке, но получилось даже красивее, чем я ожидал. А вторую купили, пушистую такую, полкомнаты заняла. Но еще тоже не украшали, так что не ты один, не переживай. Конечно, успеем. Ты что? 31-го нарядим, не, правда? Не ведь? В этом счастье, о, да. Тоже мне. Я вот буду оливье строгать, короче, да. А ты елку нарежешь. Договорились. Все. А дети мандарины кушать. С наступающим. Чао. Всего хорошего. Покедова. Вот это да. Кать. А. С такой поляной и чая дома не хватит. Вадик, ты понял? А Вадик там, кстати, отправлял посылку. Вадику? Так давай, Вадик, конфеты надо тебе? Не меняем на чай, просто он там печенье, вот все, что он до есть. Заказывай. Сделай скриншот, потыкай пальцами, мы тебе отправим, чтобы весь Израиль кушал, елки-палки. А чего, я думаю, что украинские конфетки, да. Чего нет, под Вадика чай. Лучшие, не побоюсь этого слова. Катюня, а машину в следующем году помоем. Не. Говорят, примета хорошая. Не. Я опять втихаря от тебя уеду, типа на баскетбол за ребенком, и помою машину. Мне вообще кажется, что у нас вся жизнь втихаря происходит. Неправда, Сережа. Спасибо Ютубу не втихаря, а так-то, конечно, тоже. Куда ты постоянно уезжаешь? Все, идем за аджикой, ой, за томат-пастой. Да выруби там, уже войдешь. Так. Слышь, такое ощущение, судя по ароматам этих грибов сушеных, как будто бы мы только вошли. Нет, дубль 2. Там мы же вас все взяли, а там от пасту самую вкусную, которую больше нет на базаре, не взяли. Давайте, пожалуйста. Так. А варили балакали, да. Кукурузу взяли, слава богу. Зато она узнала, почем овес. Ага. Так. А где? А, о, на месте, елки-палки. Вот хорошая вещь, да? На базар сходил, вспотел, все разгрузил, в баню пошел, еще и помыл себя. Заодно и авоську. Цибуля, это откуда пахнет? Вот оттуда? Вот давай там и возьмем, нам надо на харчо по-любому. А мне какой-то корейской морковкой пахнет. Спасибо огромное, все. Еще раз до свидания. Кать, ты что, не видишь, откуда пахнет? Пахнет отсюда прямо. А вот есть хорошая. Да? Здоровеньки были? Здравствуйте. Братика, мы у тебя цибульки хотим чуть-чуть накалидовать. Катюша. Что, Сережа? Не что, может, ты что-то хочешь? Ничего не хочу. Капусту соленую буду кушать. Ох, замерзли руки, где мои перчатки. Так, блин, как... А холодно, как, да? О! Что? Вот я только сказал, как орехи, и забыл, что мы забыли купить орехи. Ну, может, тут где-то... Слышишь? Скажи мне, ты ж... как это... Мы же в любом случае сейчас пойдем Алине какую-то елочку выберем. Да.
Вот, а я быстренько нырну, там я знаю место. Пока я елочку выбираю, да? Да, пока ты с елочкой там голову морочишь. Я бы уже 50 грамм коньяка бы выпила, ты знаешь, красивый? Как холодно. Да? Да. Я теперь понимаю, а Марата. Ты за пивом поедешь? Спасибо. Вот она у меня замечательная. Только что мне радость подарила, даже не раздеваясь. Ну, сегодня предложила суббота. За пивом съездить. О, сама согласен. Катя, ехаем, точно. Все, с наступающим вас. Ты что? Не, все. Даю. Только две бутылочки возьмем. Двухлитровые? Конечно же. Так, сейчас, где-то у меня тут было. По-нормальному, чтобы аж без сдачи дать. Так, трымай. Вот, и тебе спасибо. А что, никакая зелень туда не идет? У нас там есть. Да? Кинза осталась там. Подержи за вожжи. О, оп, и провалилась. Спасибо. Здрасте, там, смотри, какая очередь. Причем с другой конечно. Стороны. Прилавка. Там, тебя что-то хочешь? Здравствуйте. Там? Нет, Сережка. А? Ну все, раз не хочешь, пошли туда. Как идем? Так, на елку? Угу. Все, ну дай быстренько, сейчас я продиктую. Так, смотри, мясо 2 килограмма. Не показывай, вдруг я без ошибок пишу. Я же понимаю. Так, мясо 2 килограмма взяли, орех не взяли, томат, пасту взяли, хмели, харчо, специю взяли, американский шафран взяли. Кукурузную муку? Взяли. Слава богу. Ну, взяли. Я не знаю, взяли ли. Мы ее, по-моему, первую начали брать. Еще раз вернемся? Да, уже похоже тогда на сумасшедших. Так, многие так и думают. Так, за елочкой. Ага. За пивом и в метро. Так. Это тебе. Бывает. Ребята. Не ругайтесь. Давайте как Леопольд. Живите дружно, и все будет хорошо. Поругались, поцеловались. А Сережка никогда не целуется первый. А потому что я тебе про яйца даром сказал, что я мужик, елки-палки, ты что? А мне не жалко, Сережка. А я боюсь тебе на лбу шишек набить. Я же когда целую, знаешь, у меня как гамарджоба первая встречает. Ага. Были бы у меня губы, как у Анджелины Джоли, другое дело. Или язык, как у верблюда, например. А шо у верблюда? Я думал, у него горб. Оказывается, то язык. Ну знаешь, когда они стоят? Вот то багажник где-то. Хотят плюнуть. А? Балда. Так, я отключаюсь, у меня рука замерзла. Давай, грейся. Кать, недолго. Недолго ты на елке. Что там, фура не уехала с орехами? Идем. О, бач. 150. Смотри, 240 и 180. И 130 без косточки. Здрасте. О, орехи у тебя, да? Здоровенькие были. Что, правда говорят, что у тебя самые дешевые, у тебя самые красивые? Почем? 150 все у нас. А если мне полкило надо? Какие 150? Там нет. Там мы же на лучшее блюдо готовим, елки-палки. Мы же с Маратом нас пригласили выступать в Грузию, в Тбилиси. Мы представляем грузинскую одесскую кухню. Сделаешь скидку по-любому, да? Немножечко, трошки. Сколько хочешь? Не, мне надо полкило. Дрожим 600 грамм на 150. Наверное, хорошо, правильно? Вот я с ним торгуюсь, не понимаю, о чем, но очень приятно. Полкило давайте, да. Так. Почем еще? 100 гривен. Все, нам там грамм 300-400 надо будет, еще и детям останется. А ты говорил, что базара не будет. Посмотри, время позднее, уже почти солнце село, а базар очень даже... Что? Ну, так бывает. Сколько? 150. Дай 150, я вам... Держи, трымай. Все. Базар есть. Да. Потому так. Что все готовятся к празднованию. До последнего? Все, дуже дякую, спасибо огромное. Спасибо. Пошли дальше. Так что ты, Кать? Что? Я пойду елку сейчас выбирать. Что-нибудь хочешь? А? Сережка, ничего не хочу, у нас все, в принципе, есть, поэтому... Ладно, все, я понял. Хочешь, тогда молча давай, я ничего не покупаю.
Вот колбаски бы домашние, бы такой кусочек бы захотелось бы. Ай-яй-яй. Ну, колбаски домашние надо бы там у ребят взять. Ага. Что? Ага. Мандарины. О, гранаты какие-то. Все, Марат, мы все купили. По 100 гривен. Чистое здоровье. Да пусть гранат Валин улыбается. Катенька, иди сюда. А. Иди, вот я сделаю то же самое, только как ты не любишь. Как? Нажать? Достану руку вторую и включу вспышку. Вот. Совсем по-другому гранат заблестел. Если он до этого стоил 100, то сейчас он просто бесценен, понимаешь? Как снимать надо. Замерзла у него просто рука, так что извините оператора. О! Ананас. Мне на вот надо год. Обязательно. Привет. Что, кофе весь выпила или останется? Какую цену ананас? Какую цену ананас? А ты что, дешевле мана? Бери давай. Два. Сколько? Ну, маме. А. Давайте, заворачивайте, девочки. Слушай, я уже боюсь это произносить, Сережа. А что вырастила такую дочку? Он будет еще, постоит до Нового года. Ты что, специально... Вот мне вот этот нравится. Это специально породистый, вот это хороший ананас, да. Ты знаешь, как у них проверяется, уже забыл, как? Где-то надо ТикТок всех скачать и посмотреть. О, видишь, шляпа шевелится, знаешь, живой, правильно? Все. Да. Конечно. А если не как? Шевелится? То все, гайки уже, даже гинеколог и не поможет. И еще один уже, хороший. Если не шевелится. Да. Он до, да. А ну-ка дай ему потыку. Иди сюда, ты что? Такое ощущение, что там резьба, смотри. Хоп-хоп-хоп-хоп. А почему он должен шевелиться? Я такого даже не знала. Катя, ну тебе и не надо, ты сильно умная для этих тонкостей. Так что, манда, Ринка ты моя, хочешь? Вот эти сладкие. И тоже с тонкой шкурой, да? Ладно, давай пакетик. Или можешь сразу в авоську. Не, у меня есть тут пакетик. Или ты держи, я буду накидывать. Так, не убегать. Да ты что? Вот. Я их ем, пока ладошки... Желтый не становится. И что-то все никак не пожелтеет. И думаю, а потому что, о, посыпалось. Я все жду, когда же они у тебя уже пожелтеют. А мыло хорошее. И ты перестанешь есть. Я их отмываю. А говорила, ничего не надо. Да, вот эти вот помягче, чтобы только раз палец всунул, и она выпрыгнула вся в тебя, вся в тебя. Все, хватит на сегодня. Порядочек. Что, ананасы отдельно, мандарины прямо сюда всовывай. Это кофе или глинтвейн? А, нет, кофе. А я бы на вашем месте глинтвейн пил. О, здоровенькие были. А что, не наливает никто? Здравствуйте. Вот же. Не наливаю, да? Нет, никто. Все, надо ты брать. Ты вот пришел бы, а у нас есть самовар, елки-палки, вино из Липованское. Шо? Бабах-трах-бах. Все, зацепилась, запуталась. Сколько она вам денег должна? Катюня? А. Только что за скидку договорился. Ага, дай 1000 гривен. Кто хозяйка грошей? Давайте, а я... А хозяина сдачи я знаю. О, все, дуже дякую. Все, раз, два, взаимно. Спасибо. Так, что влезет или не влезет? Слышь, ну ананас еще в авоське никто не носил. Ну смотри, не поломаем голову. Кому? Ананасу. Этим уже ничего не спасибо, будет. Спасибо, дядька. Это уже наши. Все, спасибо, до свидания. Здрасте. Здравствуйте. Все, а где ваша мадам? А, вот дальше. Вчера видели. А, так вы опять... Вчера вас видел. Все, а мы вчера уже, мы просто бежали, не успели, потому что шо? Потому что не хватает времени. Я и так ее сегодня еще заманил, говорю, пошли, я тебе елку куплю, короче, ну специально я рассказал, чтобы она захотела. Да ты шо? Шо же с нами делаете? Шо? Ну я не, нет, наверное. Ну одну, две давай. Ну хорошо. Ну вот две игрушки, чисто вот все. Одну нам, одну маме, да, вот. Чисто не. Маме обязательно. У нас уже мама как это? Живая легенда, елки-палки. Что вы понимаете, мама очень стройная. Дай бог здоровья каждой мамочке, да. Понятно. Ну такие вот я вам. Все, шикардос, да. 60 гривен. Вот даже вот без сдачи. Сейчас налохмачу тут. Ой-ой-ой. Слышишь, а мороз приближается, все-таки новогодние праздники. Сереж, ну может ты там побыстрее с деньгами разберешься?
Может, ты высунешь карману из, из теплого места, елки-палки, и поможешь мне? Все, спасибо огромное. Спасибо большое. До свидания. С наступающим. Обязательно. Татьяна Михайловна, с огромным приветом. Ой, какой красивый кабак. Я к мамочке родной с огромным приветом. Посмотри. Спешу показаться на глаза. Кать, да ты моешь, елки-палки? Да. Ты что именно снимает так, что... Кто там сейчас известные режиссеры эти? Тебе завидуют? Здрасте. Здравствуйте. Ведет скрытую видеосъемку. Руки замерзли. Что? Так, давай, ну давай сюда, в эту дырку, быстренько взяли елку и по домам. Не, ну быстренько с елкой у меня не получается. Извини меня, пожалуйста. Поэтому хочешь, иди в машину, делай круг, подъезжай, а я буду тихонечко. У нас картошка дома закончилась. Ну, возьми сеточку. Слушай, я сейчас так наберу, так нам получается. Нет, возьми, пусть будет сеточка. Сеточка. Ходить не надо. Пойдем до Гриши. Картошечки. У Гриши такая скидка, что, мама дорогая сейчас. Пусть будет, это удобно. Захотел, залез туда, в подвал. Да, кстати, да, в подвал нырнул, пару картошин взял. Там тебе такую красоту делает Сережа. Так, а чё ж тачку не взять? Я уже просто аж вижу тот мешок, который наш. Гриша, правда, что тот мешок ты нам его лично выбирал по картошечке? Здоровенькие были. Где вы тут кофе все пьете? Очень вкусный. Наташа была, да? Сейчас догоним Наташу. Там нам вкусный. Что, чтобы жарить было, и лимонку давай, да. Только мне покрупнее, чтобы была красивенькая. Вот это файно? Ну, не, вот это лимонка. Там тоже есть лимонка. Вот это лимонка? Да я не люблю это. Мне лучше другую, но покрупнее. Да чего ты? Да вот эту, это что за порода? Белорос. Все, моя родная. Я же люблю картошку, как ананасы. Чтоб как яйца были. Здоровые, гусиные. Почем сегодня картошка? 22 гривны. Да ты что, а там по 20? Все, валим туда. А, все, видишь, по 20. Все, я шучу, родненький, спасибо огромное. Давай, сколько денег там надо? Так, 200 гривен без дачи получается. Не, на тебе лучше 200. По-братски, на-на-на-на-на. Все, на кофе для Наташи оставишь, елки-палки. Ты что? Не, Гриша вот такой, главное, торгуйтесь. Все, дуже дякую. О. Лук, морковка. Не, лук взяли, морковка еще есть. Картошка есть, слава богу, все хорошо. Все, спасибо, спасибо большое. Будь здоровчик. Спасибо, взаимно. Сереж, я могу отдать тебе фильмоскоп уже? Я вот думаю, что мы купили все. Кроме грузинской Шотти. Это или мы сейчас будем ехать, заедем. Да, или Марат завтра возьмем. С утра возьмет. Или Марат возьмет завтра уточку на привозе. Все, ему больше брать нечего, потому что мы уже все взяли. Потому что сациви надо есть только грузинским хлебом. Я могу идти уже выбирать елку? Да, а я к машине? Та уже должна уже была выбрать. Все, иди выбирай. Вот то есть пословица, не говори гоп, елки-палки, что больше за елками не пойду. Не, слава богу, Алиночки мы уже выбрали. Алиночка, вас ждет счастье. И там где-то, короче, из-под полы есть еще одна хорошая. Ой, воробушек, слушай. Птичка оттуда прямо. Шо-шо? Прямо птенец маленький выскочил. Куда? Он приехал в елки прямо? Да, представляешь? О, ты посмотри, Катя, еще это как это? Свежая совсем. А ну-ка. Давай. Катенька, твой вариант. Бабах, трахбах. Мэджик прямо раскрылась. Вот прошу тебя. Она. Да я еще не понимаю. Ну. Она слежалась, она опустит. Посмотри, все шишечки и все веточки, все нормально. Я согласен. Будем торговаться, правильно? Ну, покрути ее. А ну, покрути ее. Чуть-чуть. В лесу родилась елочка, в лесу. Вот здесь красивая сторона. Она ж опустит ветки. Не опустит она. Опустит? Нет. Да. Свежак. Свежак. Там их пилят и выкапывают. Сереж, а ну тут... она не будет опускать веточки. Будет, будет. Она пролежала сколько там, неделю, елки-палки, в таком состоянии. Все будет. Идеальная. А ну давай стукни. Стукните, пожалуйста, еще раз. Ты сейчас ты ствол привезешь домой.
А вот тут стволик у него немножко, видишь? Вот так вот. Вот так бы я стоял. Все. Отлично. Что он там уже, Толик, советует, что бери. Я там зато и приду сейчас, не отдавай. Сейчас мы придем. Вот ту, да. И эту бери. Ну хорошо. Согласен. Короче, друзьяки, от всей души с вашим состоянием для вас сегодня, как обычно. Ух, я сделал базар, в багажнике место закончилось, а я думал зайти и выйти. Это таки не про нас. Всех наступающим и до скорой встречи. Всем пока-пока. Чао. Сегодня другая серия, да? Сегодня вторая серия, да? Ты что? Ты что? Ты как зайчик. Да, нормально, слушай. Лучшие елки. А мы к тебе пришли, ходим, смотрим, тебя нет. Бац, ты уже там торгуешь, короче. Так что... Монополист. Тут... Монополист все за елки знает. Сережа, ну да, ну может я бы еще посмотрела. Вот хочется такую вот, понимаешь, вот такую, а та только другая. Я тебе дуже дякую, если ты еще снимаешь, уже выключай. Хорошо. Давай этот бардак мы оставим. Давай. Вот тебе сейчас еще принесу, ты еще будешь смотреть, давай. Гаси фильмоскоп. Да.